Сочи места для крещенских купаний подготовили заблаговременно. Организованы они в каждом районе курорта, как на море, так и на реках. Со списком оборудованных мест для омовения в день крещения Господня можно ознакомиться на нашем сайте fkt.com. В Красной Поляне священнослужители уже осветили купель. В целях обеспечения безопасности сочинцев и гостей курорта на местах крещенских купаний организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов, медиков и спасателей. У каждой купели предусмотрены пункты обогрева и горячий чай. Дежурят. Это для обеспечения общественного порядка УВД, МЧС, это спасатели в первую очередь, если вдруг кто-то, вода будет утягивать в сторону вправо или влево, чтобы можно было экстренно принять меры. Скорая медицинская помощь, если вдруг понадобится. Казачество вместе с нами и представители администрации в дежурном режиме на каждой купели. Значит, все это делается только для одного, чтобы на этот светлый праздник был не обращен ни гибелью, ни травматизмом наших дорогих людей. В целом по стране подготовлено больше 4000 так называемых иорданий. И согласно проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения опросу, в 2019-м каждый пятый россиянин планирует принять участие в крещенских купаниях, что на 5% больше, чем в предыдущем году. В основном среди желающих мужчины, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и жители сел. Подавляющее большинство сообщило, что делает это ежегодно и по традиции. 19% по религиозным мотивам, а 14% уверены, что это положительно сказывается на их здоровье. Почти 80% из тех, кто не планирует принимать участие в крещенских купаниях, назвали причиной состояние здоровья и нежелание заболеть. Итак, купания начнутся уже этой ночью. Напомню, поддержать традицию сочинцам рекомендуют в специально оборудованных для этого местах, где в крещенскую ночь будут дежурить медики, казаки и полиция.